Пенсионерка из села Чобручи выиграла 12-й iPhone. Это был главный приз розыгрыша ко дню рождения компании IDC. Вот такой вот красавчик. Спасибо, спасибо. Можете открыть, насладиться его красотой. То, что Наталья из села Чобручи участвовала в розыгрыше от IDC, она узнала только сегодня. Говорит, iPhone стал ей подарком на юбилей. Месяц назад женщине исполнилось 55 лет. Что чувствует человек, который получил iPhone 12, выиграл точнее его? Это iPhone 12? Это iPhone 12. Я вообще не верила, когда мне позвонили. Я думала, кто-то меня разыгрывает. Да. А потом позвонили еще раз, второй раз. И я сюда еще была, спрашивала. Сказали, да, действительно. Кроме Натальи, подарки сегодня получили еще 29 человек. Смартфоны, беспроводные наушники и пауэрбэнки. В акции ко дню рождения IDC участвовали те, кто подключился или перешел с CDMA на пакеты мобильной связи «Актив», «Смарт», «Легкий» или «Льготный» в LTE. Победители выбирали случайным образом. Обычно мы, когда проводим наши акции викторины, в основном победители из крупных населенных пунктов – это Тирасполь, Бандеры. Но эта акция показала, что большое количество победителей могут быть и из других регионов. У нас двое победителей выиграли смартфоны из Григорьевского района. Еще один победитель, кроме сегодняшнего, из Чобручи, который из Ближнего хутора. Тем, кому в этот раз не повезло, в IDC говорят не расстраиваться. Акции и розыгрыши компания запускает часто.